все тела, находящиеся в окрестностях Земли, падают на Землю. Если только за время падения они не успеют отклониться в сторону от прямой, идущей от них к центру Земли, на расстояние, равное радиусу Земли. Это касается и таких частиц, как атомы и молекулы. С этим обязаны согласиться, по крайней мере, все участники глобальной волны. А то, что, например, атомы и молекулы газов не оседают на земную поверхность, это можно объяснить только одним – наличием у них собственной тяги. Разве не так?